Случись это годом раньше, премию Елене Налимовой вручал бы ее законный супруг. Но волею судеб этой миссии выпала Павлу Конькову, временно исполняющему обязанности губернатора. Председатель общественной организации «Женская инициатива» стала женщиной года 2013. Елена Налимова была у истоков создания этой благотворительной организации. Ее называют идейным вдохновителем, душой команды. С отъездом в Москву семьи Меня и Налимовой деятельность «Женской инициативы» не прекращается. Помощь детям будет продолжена. В этом году общественницы возьмутся за ремонт Ивановского дома ребенка на улице Любимого. В прошлом году было очень много что сделано. Мы как помогали детям, отправляли детей на лечение, покупали дорогостоящие медикаменты, занимались ремонтами, покупали дорогостоящее медицинское оборудование. Как вы знаете, была установлена в Кинешме детская площадка со средств, которые мы получили с благотворительного бала прошлогоднего. Было установлено и закуплено дорогостоящее оборудование, УЗИ для Кинешемского родильного отделения. За активную благотворительную деятельность Елена Налимова получила сертификат на 25 тысяч рублей. Деньги она передаст Дане Галкину. Мальчик с тяжелой формой ДЦП на днях перенес операцию по методу Уильзибата – устранение мышечных рубцов. Летом ему предстоит долгое и дорогостоящее лечение. Вместе с Еленой Налимовой премию получили еще две женщины – Надежда Сурикова, врач с 50-летним стажем, и Татьяна Маева, мастер спорта по русскому жиму. А вот если бы у Ивановской области была премия «Мужчина года», не исключено, что в один прекрасный год ее мог получить Михаил Мень за вклад в развитие региона. По словам супруги, даже в должности министра экс-губернатор не забывает свою текстильную губернию. Михаил Александрович интересуется, передает ему огромный привет. И, конечно, Ивановская область – это часть нашей жизни. И, как вы понимаете, ее невозможно не вычеркнуть, не стереть. И, конечно, он переживает и скучает. И я думаю, что в ближайшее время он, наверное, сам приедет и, в общем, с удовольствием ответит на все вопросы. Когда Михаил Мень собирается в гости, супруга конкретно не сказала. Пошутила, что 1 февраля. Ждать розыгрыш от министра или не стоит, узнаем совсем скоро. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.